Вот наконец-то я нашла. Все говорят, что ты выиграешь в этом проекте. Все нападают на тебя из-за твоего откровенного образа. Что ты хочешь всем сказать сейчас, Аня? Я могу ответить словами Андрея Данилко с Евровидения 2018 года. О чем он там сказал? Как звезду, только в рифму. Ань, скажи, я веду программу «Как выйти замуж», и все девчонки постоянно спрашивают, как же выйти замуж, как же выйти замуж. А вот ты. Ну, я замужем, я расскажу, как выйти замуж. Нужно, во-первых, быть собой, во-вторых, нужно образовываться, не быть тупой. Это очень важно. В-третьих, нужно иметь чувство юмора, ко всему относиться с юмором и иронией. Это вам очень поможет в жизни и в поиске мужа. Вот. А еще нужно из себя тоже что-то представлять самой. То есть не только ожидать от партнера каких-то свершений, но как бы и самой делать. Спасибо тебе вообще большое, что ты после танцев в 12 часов ночи вообще с нами разговариваешь. Скажи, ну Сыска сегодня тебя сравнил с Мадонной? Это приятно. Ну, это комплимент такой хороший, прям, реально очень хороший. А скажи, тебе не было страшно, когда ты подарила Кате трусы? Да нет, это было весело. Я люблю такое. Спасибо тебе огромное. Давай обнимемся. Спасибо тебе огромное.